Всем привет, мои хорошие, рада приветствовать вас на моем канале. Завтра у меня день рождения, но поздравлять меня начали уже сегодня. Смотрите, какой красивый букет. Мне всегда жалко, что цветы завянут, поэтому хочется запечатлеть эту красоту. К сожалению, видео не передает всей красоты, разнообразия этого букета. Здесь даже есть вот такие открывшиеся лилии. Очень красиво. И самое главное, не нужно ставить вазу, потому что нормальной вазы у нас нет. Надо обязательно с Trend Yola заказать. Честно, я просто в восторге от этого букета. Подарила мне его и NASA. И это, кстати, еще не все. Она подарила мне Алису. Но это чуть позже, наверное, буду открывать подарки и все вам обязательно покажу. А что здесь, я даже понятия не имею. Она сказала, что это делала своими руками. Мне кажется, вот чисто на ощупь, что это какая-то картина. Но я могу ошибаться. Мне кажется, она нарисовала мой портрет. Я без макияжа в ужасном состоянии, но мне позвонил курьер. И мне очень интересно, кто мне что отправил. Хотела уточнить у курьера. Он сказал, что сказать не может. Там будет записочка. Поэтому сейчас я спускаюсь и заберу. Вау, очень красиво. Это такой букетик роз с интересным оформлением. Смотрите, какая красота. Но, к сожалению, мне придется этот букетик разобрать и поместить в воду, потому что если оставить так, они очень быстро завянут. Я очень не вовремя приболела, но такая красота не может не поднимать настроение. Просто вау! Такое крутое начало дня рождения. Год обещает быть прекрасным с такими крутыми людьми рядом. Небольшой такой спойлер. После дня рождения я еще сильнее заболела. 4 дня я вообще не могла разговаривать. Это было впервые в моей жизни. И только сейчас, попив горячий чай, кучу лекарств, я решила озвучить это видео, смонтировать и наконец-то завтра выложить для вас. Вообще, я человек с достаточно слабым иммунитетом. И если я начинаю болеть, мне в обязательном порядке надо лечиться и ни в коем случае не гулять. В этот раз я не могла себе это позволить, поэтому влог вышел настолько поздно. Я сразу поместила розочки в воду. И вот так вот у меня стоят 2 букетика. Красные розы я просто обожаю. Надо, кстати, мукбанг снять задним видом, вот таким красивым. Возвращаюсь уже на следующий день. Не обращайте внимания на мой голос, я все никак не выздоровлю. Посмотрите, какая огромная бандура у меня здесь с моими посылочками. Они очень, кстати, приехали прямо на мой день рождения. Я уже потихоньку собираюсь, особо сильно наряжаться не буду. Хочу надеть вот эти сережки, которые недавно купила. Мне они очень нравятся, они в форме капельки. Очень красиво. Надо же быть настолько невезучим человеком, чтобы заболеть прямо накануне своего дня рождения. Причем уже все запланировала. Я понимаю, что гости тоже не хотят заразиться, но я отменить мероприятие тоже уже не могу. Последние 2 дня, честно, я прям лечилась как могла, старалась выздороветь, но у меня ничего не получилось. Я очень не люблю, когда у меня грязная голова. Купалась я позавчера, а я люблю купаться каждый день в обязательном порядке. Мои волосы уже привыкли к такому режиму. И сейчас у меня немного жирная голова, поэтому я решила волосы собрать в конский хвост и еще заплести косичку из оставшихся волос, чтобы не было заметно это все. В принципе, я могла бы искупаться, но я боюсь, что я еще сильнее заболею, поэтому рисковать не стала. И тем более с этим платьем, я думаю, с хвостиком будет смотреться куда лучше, чем с распущенными. Кстати, это платье я заказала на Trend Yol, оно от бренда Sagaza. Это коллаборация Trend Yol и Sagaza. Очень крутое платье, у него много продаж, и я понимаю, почему. С собой в сумочку, и губы, кстати, тоже я оформила этим блеском от Kiko и карандашом Miss Thais 776 оттенке, а Kiko у нас в 17-м, самый популярный цвет. Его так хвалили блогеры, и вот я его купила и понимаю, почему они его хвалили. Действительно, крутая покупка, самая лучшая помадка из всех, что у меня есть. Ну все, я готова, при макияже надела шарф, с мамой только что чуть не поругались из-за шапки. Я вроде как лаком зафиксировала волосы, а сверху еще если шапку надеть, то это ужас получится в результате. И тут я, девочки, в самый последний момент вспоминаю, что я не купила торт.
Слава богу, у нас здесь во дворе, прям около выхода из двора, есть Азза. Здесь как раз есть мои любимые тортики. Как раз возьму, наверное, какой-то из этих. Ханбунзайма Томаса, он до кузматых. Такие еще есть с кислинкой, очень вкусные. Для мукбанка давно хотела купить макарон, его не было. Вот сейчас они есть. Так, девочки, мы уже на месте. Посмотрите, какое крутое место. Мне настолько понравилось, как здесь уютненько. Такой огромный стол. Это зал, и в этом зале есть депозит, который составляет всего 200 манат. Также здесь есть зона отдыха. Это вот такие диваны очень удобные. И мы уже разделись. Мы, получается, с Перваной и с Альбиночкой пришли чуток пораньше. Раньше нашего времени. И вот сидим, ждем остальных гостей. Здесь очень уютная атмосфера. Ждем пока что гостей. Хотела вам показать детально, как здесь круто. И это меню. Меню мы уже обговорили, сейчас чуть позже все принесут, и я вам обязательно покажу, что сколько стоит. Так, все уже в сборе, осталась только Нарминочка. Стол у нас уже ломится. Смотрите, какие красивые цветы. Это мне Самирочка подарила, очень красивый букет. А это подарила Нармина. Невероятно нежные розы. Это, видимо, пионовидные розы. Очень красивый букет. И вот такую вот вазочку мне принесли. Точнее, это ведро. Я поместила прям два букета сюда, чтобы они не завяли, пока мы здесь сидим. Ресторан, в котором мы сидим, называется Нишан Таши. Он находится около метро Невчина. Уже не первый раз я посещаю это заведение, и каждый раз я в восторге от обслуживания. Ресторан состоит из двух этажей. Также здесь есть отдельные кабинеты, в одном из которых мы как раз-таки сейчас сидим. Кабинеты чуть меньше размером, депозит составляет всего 100 манат. Ссылочку на их инстаграм я вам обязательно оставлю в описании под видео, но также выйдет отдельное видео шотс, где я вам подробно покажу блюда. У них на странице подробно описаны цены на завтраки, на разные сеты. То есть есть вся подробная информация. Это игра. Игра на траве. На траве игра. Это с кругом, да. Да, да, там нету таких слов. Достопримечательность, похожая на букву А. Маленький континент. Один год. Самый маленький континент. Континент созвар, давай. Ай, зазвял шапа. Время. Имя есть такое. Человек. Первый. Первый человек. Адам. Да. Два слова. Вот. Не помню. В чем он? Косопога. Да, все правильно. Два раньше, как парни, они дрались. Рыцари. Да, правильно. Не, рыцарь нет. С чем они дрались? Кинжал. Не, не кинжал, это японцы, китайцы. Я уже дома, вы просто посмотрите на эту красоту. Мне всегда, кстати, жалко цветы, потому что они вянут, к сожалению. У меня вообще очень быстро цветы вянут. Эти цветочки мне подарила Самира. Эти цветочки мне подарила Нармина. Это пионовидные розы. Я их настолько люблю, настолько нежно смотрится этот букет. Это просто красота. И вот эту вот красоту мне подарила Инасочка. Помните, я вам рассказывала, что я подружилась со своей подписчицей. Она чеченка. Я просто в шоке от ее подарка. Чуть позже вам обязательно покажу. И еще мне подарили вот такие цветочки. Секрет от кого? Секрет. Теперь перейдем к подаркам. Мы совсем недавно начали общаться с Сарой, и я, честно, не ожидала от нее настолько крутой подарок, и она попала прям в точку. И вообще, я говорила, что ничего не надо. Как вы думаете, что здесь? Это прям 10 из 10 попаданий. Помните, недавно я купила такую цепочку в бижутерии? Это золото, посмотрите, какое красивое, я прям не могу, я прям таю. Здесь 3 грамма, это 585-я проба. Буду носить, не снимаю, обещаю, Сарочка. Очень крутой подарок, действительно. Я в восторге просто. Настолько нежно, красиво смотрится, посмотрите. Я когда это увидела, я просто пищала от радости. Двигаемся дальше. У меня на дне рождения, конечно, здесь есть конвертики и с деньгами. У меня немножко голос просел, не обращайте внимания. Но также есть и подарочки.
Вот такие сладости очень крутые, надо обязательно попробовать. Это, я так понимаю, с вином. Эту красоту мне подарила Шафек, и также она мне подарила подарочный сертификат на 50 манат в магазине Nirvana Beauty. Я там никогда не была, надо обязательно посетить, выбрать там косметоз в обязательном порядке. Вы знаете, насколько я люблю косметику. Так что это тоже прям в точку. Ну и, естественно, пакетик, который я так хочу открыть, все никак. Это вот такая штука, не знаю, что здесь. Мне кажется, здесь картины или что-то вкусное. Это подарила мне Инасочка. Кто не в курсе, еще раз повторяю, это та девушка, с которой мы познакомились через YouTube. Она бывшая моя подписчица, а сейчас, можно сказать, самая близкая подружка. Так, открываем. Я сама тоже не смотрела, спросила у нее. Говорю, я умираю от любопытства. Ты мне можешь сказать, говорю, что там? Она сказала, нет. Но я сюда вложила душу. И здесь, кстати, что-то написано от Инасы. О, класс. На ощупь я подозреваю, что это картина. Твиксик сразу пришел на помощь. А, да. Вау! Вау, какая красота! Супер! Смотрите, как классно! Это же я, мам! Вау! Да? Где еда, там я. Айка Эмилиан сказала, что это она сама сделала. Как это можно самой сделать? Ой, здесь еще фотографии, посмотрите. Твиксик, сына! Сына, ты здесь! Инаса не забыла про тебя. Смотрите, как красиво. Вау. Мои любимые грузинские хинкали. Здесь Твикс, камера, я, мой никнейм, подписчики. Вау. Мне, честно, очень нравится. Обязательно эта картина будет в моей комнате. Скоро у меня будет классный туалетный столик, и на нем будет эта картина. Еще вы знаете, над чем я была в шоке? Также Инаса мне подарила колонку, как она называется, Алиса, от Яндекс. Вы просто посмотрите, мне прям стало стыдно, когда я открывала этот подарок. Зачем было так тратиться, столько всего, реально, я просто в шоке. Это мы обязательно будем подключать и обязательно будем пользоваться. Мама так обрадовалась, мама говорит, как классно, я видела у других дома, это ж так удобно. Можно просто заказать музыку и слушать. Сейчас я, наверное, сейчас уже распаковывать не буду, как-нибудь в других влогах обязательно вам покажу, потому что ее еще надо настроить. Я в восторге, честно, Инасочка, огромное тебе спасибо. И это еще опять не все. В этом пакете есть очень крутое худи розового цвета, прям как я люблю. Вы меня, конечно, извините, я прям на полу вам это все дело показываю. Очень классное худи. Вот такое. Не знаю, стоит сейчас мерить или нет. Я уже уставшая на самом деле. Но как-нибудь обязательно во влогах вам покажу. Это перед, мам. Это перед, а вот это сзади. Надпись у нас здесь сзади получается. Да. Очень круто. Прям материал такой классный. Ох, красота, реально, вот я не знаю, вы поверите или нет, но в этом году это был лучший день рождения за последние, наверное, 10 дней. Меня окружали очень любящие, искренние люди. Я реально круто повеселилась, получила кучу просто положительных эмоций. Я надеюсь, что весь этот год будет таким же прекрасным, как этот день рождения. На этом все. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Я, кстати, упустила этот момент. Здесь еще написано «Лезгинка». Вау, как она это сделала? Очень круто, честно. Вау, теперь уже точно все.